Здравствуйте. Ты позвони. У меня вообще ни один номер нету, ну, как оказалось. Все три отключены, которые у меня есть номера. Это твоя инста. Ты из-за тебя у меня выключился? Я знаю. Где ты? Приотит? Что такое приотит? Не знаю. Приветик, типа? Наверное. Не отвечай. Напиши сообщение, скажи, что я тебя жду и не уйду, пока ты не видишь. Янка Парк, где Алима? Алима здесь рядом стоит. Ты опять привет. Моя? Привет, как уж дела? Я ем сердечки. Адиль 91 фан. Я думала, Адиль Лиан. Хотел сказать, Алима, ты чё? Из-за тебя я вводила Адиль, а не Зерда. Нога чешется, а не мама, уже и кусается. А у меня уже не чешется. Сербаев, вы похожи. Я, Алима, похожи? Да, мне так пишут часто. Погнали совсем, да? Часто, в смысле, когда ты мои вы ждете Зерзу? Нет, конечно, это Зерза нас ждет. И это она нам звонит, а не мы. Да. Посмотрите, что с моей стрелкой произошло. Вот, смотрите. Может, ты не будешь мою трансляцию говнить? Смотри, говнить? Да, говнить. Эй, как ты? Саундчек смотрели. Как ты лажала там? Да. Была где? Была в Алмате. Мы короче, слышали, как ты лажала. Я пошутила, все нормально. Что, она еще внутри? Это из-за того, что ты не привыкла же еще. Ты где? Серьезно? Смотри, я возле этого сцены, я могу подойти. Цирк Дю Солей, скажи. Она с этими Рензо, да, сидит в автобусе? Потому что там они сидят в автобусе, в машине сидят. Наверное. В смысле, сейчас с этими? А, я просто, мы только что пришли. Алима, где давай, рядом идет? Угу, давай. Пока. Чё короче, это? Заня, сестра приехала. Ой, все. Ну, пусть зайдет и выйдет, сестра же. Она уже вышла в Мегги Субари. Бегать алкоголь, что-то закрыть? А я думала, что я уже ушла. В смысле, я уже не делала. Тебе Рау, надеюсь, позвонила, когда она придет? Да, она уже сказала, что она приедет. Пойдем, а, да? А, кстати, да, я позвоню. Блин, Алима, что такая мумбетка? Сейчас бы ушли куда-нибудь. Это моя трансляция? Да. Абонент? Алима, Зиру, вообще. Готовитесь за момент. Ты мобайл фон, зи аутисвич, вот не аутисвич, вот не аутисвич, вот не аутисвич, это мои подписчики. Это мой телефон. Телефон дороже подписчиков. Нет. Нос отрезать, нос, нос. Чё там? Давай позвоним сейчас. Аппарат данного абонента. Пароль наш, пальчик свой приложите, пожалуйста. А чё вот так? Вот так? Потому что а она... у меня вот так, да? У тебя ничего нету. В смысле? Яна ещё написана на небось, да? Янка Пак. Янка Парк надо писать. Рахмет. Рахмет. У него выключено. Почему? Может, у него батарейка села? Может быть такое? Может быть. Позвони... Блин, нет уже. Кому? Ничего, ничего. Кому ты хотел, чтобы я позвонил? На интимон. Не с тем же Шендер. Вот мы на экспо пришли посмотреть выставку. Сейчас начинается чувствовать. Шутка. Данияр сені қалай еркелетеді. Николай. 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 Эй, Николай. Да мне только до первого сказал Николай. Коля, ты что, трав? Алло. Вы здесь?
Хорошо, мы тут сидим. Хорошо. Алима. Где она? Она едет. О, идет. Куда идет? А где они? Они все вместе идут, что ли? Да, сначала сказал, потом сказал, не знаю. Виснет. Твой телефон говнище. Сама ты говнище. Я знаю, надо отключить Wi-Fi, тогда ничего виснет. А буду ночью включать, это в 3 часа ночи трансляцию, и общаться с телефоном. Мне тут рекламочку поставили, косметику. А ты снимаешься вообще? Алима и Яна, что? Да, мы здесь. На мою рожу посмотри. Как будто я в масле купала. Лицом так вот. Короче, вы же когда ели сидели, я же прямую трансляцию снимала. Мне говорят, типа, я как поняла, у тебя жирный тип кожи, да? И какие-то там посоветуешь. У меня сухая кожа. Вообще. Как будто вот нарк. Алима, ты с Зиру общаешься? Нет, не общается. Только что она с ней не разговаривает по телефону. Мы общаемся как друзья. А как кто еще могли общаться? Генерал бежит, да? Где? Чих-чих-чих, слышишь? Со своими кавыками. Мы ждем Рау. Кого вы ждете? Кто идет? Алим. Это я. Ладно, буду полить, а то вдруг какой-нибудь охранник смотрит на нас. Я подозреваю, что они идут вон там. Где? Вон, благодаря, по-моему. Я первый раз в жизни сейчас увижу, знаешь, да, кроме этого? Как его называют сейчас? Эл. А, он же в какой-то батлоске. Даулетяр где? Даулетяр уже 20 сон видит, наверное. Или снимает свои влоги какие-нибудь. Так, кем он там был? Не знаю. Ладно. Вот это не... А, нет, я не... Стиль похож. Походу волонтеры. Как ты можешь отсюда увидеть? Я отсюда не вижу ничего. Сейчас я не вижу. Может, они с той стороны зайдут? Там же тоже вход есть. Не знаю. Позвони, спроси, с какой стороны они идут. Блин, что звонить туда-сюда? Ой, туда-сюда говорю. Позвони, спроси! Чё мы тупо будем сейчас сидеть, а потом... Не знаю, пошли что. Пошли рядом, встанем там. Где рядом? Ты знаешь, с какой стороны они зайдут? Даулетяр снимал своего Пикачу. Чё за Пикачу Даулетяр? Не знаю. А, игрушка, что ли? Эй, выйди с моего. Хочу. Вдруг мои друзья зайдут, я не пойму. Они подумают, что тебя взломали и будут тебе писать в WhatsApp. Ты разве не знаешь, откуда артисты идут? Нет. Да, игрушка. Ладно, ребята, давайте. Типа, пока что... Там свет, там... Яна... Да, у меня Янка Парк! Подписывайтесь на меня! Смотри, куда Рау смотрит. Туда и идем. Откуда, куда она смотрит? Дай-ка, непонятно же ничего. Понятно все? Ничего не понятно. Ой, что за... Подожди. Оттуда, по-моему, она идет. Ёх, твою медь. Зируза уехала уже. Зируза не будет. Это вообще-то задняя, вот это, наоборот, съемка была сейчас. Сколько минут назад это было? 6 минут назад. Замиру Маджанову знаешь? Нет. Нет. Там же и будем ждать возле сцены. Ты гонишь?
Они сразу зайдут туда. Вон туда сразу зайдут. Что ты там будешь стоять? Ненормальная женщина. Ты думаешь, Рал будет заходить? Там, да, она их типа накрасит там. Типа. Она же стилист. Она стилист. Забыла. Простите, пожалуйста. Бала где? Бала дома. Не в Астане, а в Алмате. Алима ВК Барма. Жок. Бар. Жок. У нее ВК называется Янка Парк. В Инстаграме. В Инстаграме еще. Сейчас их увижу и скажу. А, боже мой, полетел! Я твоя фанатка! Прикинь, да? И чё? Срала я на людей из ОКБ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сколько тебе лет, я на 24. Тебе 24? Да. Прикинь, я запомнила после того, как... После того, как мне вчера сказал? Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Месса ганнан сказал. А, масса. Чё такое масса? Масса шаккан жоқпа. Масса шаккан жоқпа. Комары. Не покусали вас? Я думала, мясоган он хочет сказать. Типа, мясоган 24? Типа, по тебе не скажешь, ты такая почтена. Кто такой? Охранники, наверное, ржут на мне. Кто такой? Поехали. Кто? Не знаю, какой-нибудь той певец. Фу! Это БД выступают. Что? Не гоните, это не благодаря. Прикиньте, да. Пошли, я же говорю, кстати. Мне кажется, это новая их песня. Это... Обломчик! Не это? Что-то я не знаю вообще. Они это... же должны новую песню. Это точно не они? Это не они. Да не они, это что, они такое говно петь, что ли, будут? Вдруг, да. Посмотри, ура, что там она. Почему не заходите? Дел ждем. Рау ждем. Да, они...